Добрый вечер всем смотрящим и слушающим и внимающим. Комментирую видео, которое сейчас вы смотрите, в прекрасном пространстве театральном города Москвы, нашими друзьями и партнерами. Аполлинария проходит вечер, посвященный вручению картины «Портала» художника Константина Пола под названием «Весь мир в театр». Оговорка не случайная. На самом деле картина называется «Весь мир в театр», но мне захотелось сказать «Весь мир в театр», потому что, находясь в России, я не пропускаю ни одного вечера, чтобы не побывать в театре или в каком-то творческом пространстве. Всем желаю такого же существования в соединении с творческими, истинными творческими энергиями, которые нам несут такие уникальные пространства. И сегодня это приурочено еще к премьере спектакля «Ромео и Джульетта». Про любовь ли это? Эталон ли любви Шекспир оставил нам наследие? Что-то больше и больше мы все в этом сомневаемся. Что есть истинная любовь? Что такое безусловная любовь? Как любить независимо ни от чего, да еще и сохраняя свободу и крылья любви, нам предстоит этот путь с вами пройти, и сегодня мы уже начинаем делать первые шажки. Удачи всем, до встречи!